Здравствуйте, с вами Александр Молчанов и программа «Эх, дороги». А сегодня мы решили прокатиться в Заостровку и посмотреть на дорожную ситуацию. Поехали! Мы доехали от Паркового, от улицы Куфонина до бывшего кинотеатра «Темп». И, знаете, я просто поражен. Идеально ровный новый асфальт. Как говорится, без сучка и задоринки. Но дорожное счастье в Заостровке оказалось недолгим. Как только мы выехали из жилой зоны и доехали до остановки «Гравийный завод», тут же столкнулись вот с такой огромнейшей ямой. Она метра три, наверное, в длину, сантиметров 15 в глубину. В ней щебень, камни. Еще это все покрыто водой. Ну, все как надо. Автомобилисты, проезжающие здесь, просто вынуждены передвигаться либо по встречным, либо по обочине. Ну, в частности, вот, машина проехала по встречке. Их можно понять. Потому что в эту яму, если заедешь, то из нее уже можно не выехать. А вот так плохо себя чувствует лежачий полицейский в районе дома номер 41 по улице Фоминской. Его, по сути, нет. Он полностью разбит. Здесь яма на яме. Ну, это нельзя даже назвать лежачим полицейским. Но свои функции он все равно выполняет. Это замечательная преграда для быстро едущих автомобилей. Наши приключения в Заостровке не закончились. Когда мы уже фактически подъезжали к Красавинскому мосту, то на железнодорожных путях встретили вот такую вот западню. Металлический штырь, торчащий из бетонной плиты на железнодорожных путях. Я предполагаю, что много автомобилистов на него уже могли напороться. Ну, попробуем сделать хоть что-нибудь с ним, вырвать его, к сожалению, никак. Повяжем хотя бы белую тряпочку, чтобы его было видно и заметно. Будем надеяться, что мы спасли что-нибудь, колесо или автомобиль. Ну а пока мы катаемся по Заостровке, посмотрите нашу постоянную рубрику «Видео от телезрителей». И сегодня ролик будет посвящен тому, к чему может привести плохое состояние дорожного покрытия. Оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте, пишите письма и присылайте свои видеоматериалы на наши каналы обратной связи. Не забывайте, в ближайшее время вас будут ждать замечательные подарки. Мы прокатились по Заостровке и остался очень неприятный осадок. Сначала, да, когда заезжаешь в микрорайон, хорошая новая дорога, везде сделан ямочный ремонт, но чуть проезжаешь дальше вглубь, особенно когда заезжаешь в промзону, все настроение портится и падает. Здесь ничего не сделано, да, подсыпано гравием, более-менее стало можно проезжать, я не говорю о том, что здесь можно нормально ехать, можно просто проехать аккуратно, но не более того. И, видимо, по мнению наших дорожных служб, этого достаточно. На этом на сегодня все. Берегите себя и свой автомобиль, и он ответит вам тем же. Удачи на дорогах. Увидимся. Пока.